«Украина для всех». По таким лозунгам в Киеве прошел марш равенства. Он объединил почти 2500 участников. За порядком следили 6000 правоохранителей. Благодаря им обошлось без серьезных инцидентов. Подробнее далее в сюжете. Затаив дыхание, с самого утра центр столицы замер. Улицы перекрыты. К дому учителя сходятся участники марша равенства. Там их встречают правоохранители и металлоискатели. Далее волонтеры формируют колонну. Цель марша, как и всего Киев-прайда, это сделать видимыми проблемы ЛГБТ-людей, ЛГБТИК-людей и обсудить те проблемы, с которыми они сталкиваются в Украине, и искать возможности их решения. Напротив, на расстоянии в несколько сотен метров стеной выстроились противники марша равенства. В планах остановить колонну и не дать пройти по центру Киева. Собрались еще с вечера. Среди них представители общественных и праворадикальных организаций. Также неравнодушные активисты из разных городов Украины. Я пришел сюда, как и другие, защитить украинскую конституцию и культуру. Марш равенства – чисто политическая акция, требование которой – изменить конституцию Украины. Организаторы экстремистов заявили, что соберут 5000 человек. Статистически там 2500 мужчин и столько же женщин. Получается, что не создано 2500 семей, а значит, от 3 до 4 тысяч украинцев не родятся. А власть говорит, такая субкультура психиатрических заболеваний, она нормальная. Гения, мать четверых детей, тоже пришла на акцию. Она против популяризации гомосексуализма в Украине. Очень негативно я отношусь к этой акции, что сегодня происходит в нашей столице. Почему? Потому что никто не лезет к ним под одеяло, никто не лезет к ним в их постель. Но у них как бы свободный выбор, что хотят, то и делают. Но рекламировать и пропагандировать нашим детям мы категорически против. Тем временем на противоположной стороне уже сформировалась колонна марша равенства. В строю почти 2500 участников. Чтобы избежать провокаций с противниками марша, колонна изменила маршрут. Двигался Киев-Прайд в сопровождении нескольких тысяч правоохранителей. За несколько минут до начала движения марша равенства полиция окружила его противников. Они пытались прорваться, но конная полиция пресекла все попытки. В ответ активисты взорвали петарду. Столкновения продолжались несколько минут. В результате были задержаны 6 нарушителей общественного порядка. Травмированы 2 правоохранителей. Среди участников марша пострадавших нет. Это собратья, прошедшие фронт. Среди задержанных есть герои войны, ребята, которые только после ранений. Мы никого не провоцировали, все было мирно. Спустя некоторое время 5 задержанных отпустили. Акция закончилась на площади Льва Толстого, где участников ждали автобусы. Ярослава Гурбик, Петр Галка, Руслан Белозеров, UATV.